Всем привет, с вами Джека Плей, и мы продолжаем играть в дополнение «Веселимся вместе». Это уже 12-я серия, и, кстати, она будет очень интересная, потому что мне не было очень долго, и я должен загладить эту вину и сделать офигительную серию. Вы узнаете сейчас, я вам расскажу, что будет. Давайте приступим к игре. Алекс, как всегда, встает утром счастливый, как всегда. Мне это очень радует, и нравится такой настрой у симов, когда они становятся такими счастливыми утром, да. Так, давайте сразу сходим в туалет, и я вам расскажу постепенно, что мы будем делать. Так, гигиена у него тоже. Надо принять душ, по-любому. Они выспались, надеюсь, симы наши. Так, яйца с гренками, макароны с сыром, тако с рыбой. Давайте тако с рыбой возьмем, покушаем. Все, давайте. Наша Лэнси еще отдыхает, да? Угу. Пора бы ей тоже встать, ну пусть она еще подрыхнет немножко. Что я хочу в этой серии сделать? Я хочу сделать свадьбу. Да, почему бы и нет? Вроде уже как бы... Мы уже много чего узнали о нашем летсплее. То есть мы выполнили жизненную цель в прошлой серии. Как вы знаете... О, чашка кофе испорчена. Фу, выброси ее. Она уже испорчена, ты ее пить уже не сможешь. Так, давайте поменяем. И, кстати, наконец-таки я на свой аккаунт приобрел... день спа. Да, наконец-таки у меня теперь есть день спа, и это очень даже хорошо. Так, все, вроде, в принципе, правильно поставил, но можно, кстати, вот так сделать. Какая разница, пусть так стоит. Все, отлично. Так, давай, быстро там мой руки, иди кушай. И да, нам нужно звонить Лэнси, там, типа, подготавливаться к свадьбе. Свадьбу проведу в том месте, где я вам и говорил, в музей, или как он там называется. Ну, вот этот замок, или там дом с лабиринтом. Вот там просто офигительное место для проведения свадьбы. И я думаю, мы проведем ее на ура, как это было у Кейтлин и Майка. Кто помнит мой летсплей на работу, тот поймет, о чем я говорю. И надеюсь, что пройдет все отлично у них. О, Лэнси проснулась. Лэнси сразу кушать. Нет, Лэнси, иди, сходи в туалет и прими душ тоже, и потом покушай. Настроение у меня просто отличное, потому что я сходил на учебу, нас пораньше отпустили, и все офигенно. Так, давай, ты тоже быстро делай все свои дела, иди кушай, и будем, наверное, уже скоро начинать свадьбу. Ну, в принципе, как скоро? Ну, часов, может быть, в 12 начнем, потому что я хочу... Не хочу так сильно затягивать эту серию, чтобы она была 30-минутная свадьба. Так что я хочу все по-быстренькому сделать. Надеюсь, вам понравится эта серия. Так что, блин, за свадьбу ставьте лайки просто. Вот я вас просто прошу, ставьте... Чем больше лайков, тем... Я понимаю то, что вы меня поддерживаете, и вам нравится смотреть меня. И, кстати, да. Если вы хотите, чтобы наша... Как ее зовут? Господи. Кэнди, во. О боже, у вас осталось 24 часа, чтобы оплатить счета, иначе электричество будет отключено. Хотел сказать, выключено. Отключено. Заплатим. Да, там, наверное, такие счета будут. Что требовалось доказать? Ну ничего. Прорвемся, как говорится. Так, что я хотел сказать? Вот, да. Если вы хотите, чтобы в этом летсплее наша Кэнди еще успела родить, то обязательно ставьте лайки. Потому что я знаю то, что серия с родами почему-то так всем нравится. И я не прочь сделать ее для вас. Так что давайте, поддерживайте меня лайком. И тогда я протяну этот летсплей до 20-й серии. И я думаю, наша Кэнди к этому времени сможет уже забеременеть и родить. Вы, наверное, спросите, почему... Наш Алекс женится на Кэнди, а, например, наша Лэнси с Паула просто встречаются. Я думаю, просто как бы для развития сюжета это будет как-то интересно. То есть он женится, то есть ему уже пора, как бы уже все. Ну, молодой персонаж, в принципе, погулял, да и хватит ему. Ну вот, а наша Лэнси еще такая дива, должна погулять. О, смотрите, танцы тоже зажигает. Должна, типа, наша там погулять, все дела, тра-ля-ля. Кстати, давай, ты учиться будешь, да. Как я и обещал, мы должны прокачать этот навык у него. Диджейство до максимума. А у нас осталось еще 3 уровня. Давай, быстро набирай их. Ну, грубо говоря, тут не... 3, да. Я посмотрел на механику. О, какая песня сразу играет. Кстати, а что такое темное здесь окно? Странно.
Кстати, я бы поставил сюда телевизор огромный, но он не вместится, надо будет переделывать дом. Но я думаю, пусть будет уже так, да. Вы, наверное, знаете то, что вышел в каталог домашний кинотеатр, да, долго думаю. Я сделал на него обзор, если вы еще его не видели, то обязательно посмотрите, ссылку я ставлю в описаниях, да. Каталог, кстати, неплохой, и одежда такая неплохая, яркая, там очень классные платья для девушек, очень прикольные. Да и, в принципе, для мужчин кофты, ну, особенно верх понравился. И джинсы неплохие, но только без пятен. Я это, кстати, в обзоре еще упомянул, потому что с пятнами как-то не очень. Что? Сломалось? Посудомойщица. Так, она ревнует. Ой, как это печально. Так, приготовить 10 напитков. Кстати, почему бы и нет? Я, наверное, сейчас поставлю нам этот... Как он говорит? Как он называется-то? Ё-моё, бар, вот, точно. Бар. Так, переносной бар. Давайте такой сделаем переносной бар. Поставим куда-нибудь, куда поставить бы его. Ух. Давайте вот так сделаем. Кстати, можно какой-нибудь перекрасить? О, отлично, прям вообще вписывается. Так вот, все. Здесь у нас готовка, здесь у нас бар. Так, давай попросим взять напитки. Сделать любимый напиток. Давай, делай любимый напиток. Тебе нужно сделать 10 напитков. Давай, делай это. Стать владельцем бара? Барные стулья надо было приобрести. Ну, круто. Приобрести 2 барных стула. Прикольно так. Давай, иди, занимайся там. Делай напиточки. Думаю, у тебя все получится офигенно, потому что я хочу выполнить эту цель тоже. Но за этот летсплей мы ее, конечно, полностью не выполним. Выполним, наверное, в следующих летсплеях. Этой семьей я буду продолжать играть в других дополнениях. Может, даже и игровых наборах, если они будут интересны и... продолжительный, вот как, например, в поход был. Ну, в поход я бы не сказал, что он прям такой прям продолжительный, но можно было бы поехать, можно как-то было бы поиграть с этим, как его, с сюжетом, во. Так, сделала. А потом сделать напиток, напиток для... Можно партию сделать? Нет. Сделать напиток. Так, потом сделать напиток. Так, потом сделать напиток. Так. Пьет уже пьет. Так, все. Выживет напитки у нас. Давай, занимайся там напитками. Кстати, уже сейчас доделает немножко еще. Пусть взять пару напитков. Все, 6 напитков, да? У нас 6. Ну, 6, в принципе, думаю, достаточно будет. Давайте уберем их в холодильник. Пусть они у нас будут в холодильнике, потом кто-нибудь гость к нам придет, сможет их выпить. Так что они не уйдут зря. Так, кстати, давайте сразу оплатим счета, чтобы у нас никаких потом проблем не было. Оплати счета. Ну, кстати, родители попросили, чтобы они прислали денег детям, потому что, блин, дети, у них нет денег. Все начали играть со стартовых домов, как ни странно. А Женя решил сделать такой прям богатенький такой домик. Ну, я не сказал, что прям он такой богатый, но такой вот средненький. Ну, блин, заходил что-то, прям начать прям офигенно, вот. Я начал офигенно. Ой, у нас еще 1000 осталось, вообще шикарно. Так, все. Давайте запланировать общественное мероприятие. Все, давай, звони. Заказывай там нам офигительную вечеринку в честь свадьбы. Давай. Так, все. Ой, у нас жуткое день рождения. Жутко. Что так много их? А, черно-белая теперь еще. С танцами. Домашняя. Так, нам нужно... Костюмированная. Тайная костюмированная вечеринка. Нам нужна свадьба. 1000 как раз. Отлично. Так, молодожены у нас требуются 2. Гости требуются 2. Ой, сейчас мы разгуляемся, наверное, с гостями. Так, давайте. Главное, это клуб. Раз. А потом, кто тут у нас? Ой, у них прически... потому что я не поставил моды для сценариев. И полетели прически. Блин, они будут без причесок. Ну ладно, пофиг. Они обязаны быть на свадьбе. На свадьбе. Так, подождите, давайте Беллу позовем.
Ну, Лэнси, конечно, тоже пойдет. И подождите, у нас должны быть из клуба еще люди. Так. А где у нас... Вот, Паула. Кого мы еще позовем-то? Позовем. Давайте его позовем. О, как Либерти Ли изменилась-то, посмотрите. Мортимера позовем. Как без Беллы Мортимер? Максимум 15. Ой, да мы разгуляться сможем-то. Кассандру позовем. Так, потом, кого еще давайте позовем? У них-то, точнее, плохой, давайте ее позовем. Давайте его позовем. Почему бы и нет? Давайте всех звать его, ее. Федор, Мамонтов, Мамонтов, неважно. Диану Гангадзе позовем. Кого еще можно позвать-то? Все, в принципе. Вот, все гостей мы позвали. Специалист, так, бармен нам не нужен. У нас есть наша Лэнси, которая займется этим. Так, сейчас. Музей. Музей. Подождите. Это музей? Мне кажется, это дом какой-то, а не музей. Так, давайте парк. Нам надо найти тот музей, или как он там называется-то, я не знаю просто. Только не говорит, что я пропустил. Вот, да, это оно. Ну все, в принципе, мы прибыли на наш участок, в наш, так сказать, музей, я его называю музеем, но, в принципе, он и похож на музей. А что я хочу сразу сделать, чтобы у меня не было косяков, потому что вы сейчас не видели запись, потому что я ее убрал, и там были косяки такие, то есть наши персонажи Кейтлин и Майк пришли без причесок, это было просто ужасно, вы, наверное, это видели, когда я выбирал персонажей, а потом... Куда-то Кэнди испарилась, и я не смог провести свадьбу нормально. Сейчас я сразу начну с того, что я хочу пригласить ее в семью. Так, где тут пригласить в семью? В романтике, наверное, да, я думаю? Так. Хотя я не знаю, честно, вот честно, я не знаю, где это может находиться. Может быть, в дружелюбных действиях. Ну... Честно, я не знаю так. Тут разве такого... Если тут такого нет, это будет просто ужас. Хотя мне это очень нужно. Блин, походу нет. Печально, очень. Потому что я боюсь, что сейчас он опять куда-то убежит, и будет все просто по-жопецки. Поцеловать щеку, признаться в любви. Нет, нет, нет. Ничего такого нет. Но надеюсь, все будет хорошо. Так, наш, посмотрите, какой Алекс прям вообще галантный. Так, давайте вступить в брак Кэнди. Так, ты хотя бы сюда приди. Все, бегом. Печально то, что нам нужно выпить. Там потом танцевать, тра-ля. А бар только вот здесь можно будет установить. Вот это очень печально. Очень печально так и... Кстати, где наши персонажи? Я говорю про... как ее? Как господи, Майка и Кейтлин. Почему-то я их не могу найти. Очень красиво все сделано. Блин, вообще не могу. Тут, посмотрите, снег. Лежит снег. Тут водопад. Просто офигительное место. Я хочу очень, чтобы они здесь. Здесь провели свадьбу. Обязательно хочу, чтобы это было здесь. Где ты? Ты бежишь? Да почему ты не бежишь? Ты идешь. Как смотреть? Здесь она додумается смотреть? Или нет? Надеюсь, что она додумается. Никого почему-то нет. Все где-то гуляют здесь. Гости. Ну, в принципе, потому что... Вот. Вот он, да? Майк Райт, да, вот он пришел в костюме, посмотрите, прям вообще. А Кейтлин где наша? Это Кейтлин? Кейтлин, господи, как я ее давно не видел, посмотрите, какая красотка. Она похудела. Блин, это, конечно, хорошо,
Видите? И они... она убежала. Вот куда она ушла? Ей нужно срочно... Ну давай, вступай в брак. У них, походу, собрание, из этого она уходит. Вот в чем проблема. Тяжело очень. Он сейчас возьмет и уйдет, и все. И потом я не смогу опять. А. Она в туалет хочет. Блин, вот она что. Сейчас она сходит в туалет. Может быть, вы выйдете из туалета, пожалуйста? Веселая свадьба у нас вообще. Время идет. Так, что тут у нас? Знаете, что происходит? Узнать, что происходит. Он просто в шоке. Серьезно, в шоке. Кейтлин какая-то вообще злая. Посмотрите на нее. Давай, сразу же. А, они решили здесь, да? Романтика просто вообще зашкаливает. Ну, хотя бы здесь, знаете. Косяк, конечно, но... Я не могу просто, что за бред, блин. Господи, ну надо же было так. Ну ладно, хотя бы так. Вы хотя бы дверь закройте, пожалуйста. Блин, хотел очень красиво, возле красивого места. Но... Да, шикарно. Она в туалет хочет, что ли? О, теперь ты одевай ей кольцо. Надеюсь, ты оденешь ей кольцо? Господи, посмотрите, как это упорно. Я не могу. Ай, господи. Настройки камеры. У меня запись записывалась. Значит, я запись поставил нечаянно. Шикарная свадьба. Что я могу еще сказать? Ну, серьезно, шикарная свадьба. Так, 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 так. А, ну, в принципе, ну, свадьба и... Они типа женаты, но... Она не живет с ним. Ну, кстати, прикольно, вот это очень мне нравится. То есть я всегда думала, когда свадьба, типа, они живут вместе. Ладно, значит, я многого не знал. Так, а, что нам нужно? Нужна плита. Холодильник. А, вы сейчас спросите, зачем это? А, сейчас узнаете. О, тумбочка. А, подождите, почему? Странно, у меня тумбочка открыта, разблокирована. Ну ладно. И холодильник, что ли, разблокирован? И холодильник разблокирован. А, я не знаю, почему. Ну ладно, окей. Так, наша Лэнси будет готовить пирог. Или торт, или что-нибудь такое, печь. А, не может. Да, блин, 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 блин. Так, 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 так. Мне нужен пирог, срочно пирог, 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 пирог. Кто может пирог испечь? А, может быть, он доступен здесь? Хотя, навряд ли, но возможно. Нет, здесь, наверное, не будет его. Это надо код водить. Да, 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 готовить, 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 готовить. А, может, фух, 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 простите, может, может, может. Все, я ничего, я не, та, не то нажал. Сорян. Так, готовь. Так, потом ты сделаешь барную стоечку, сейчас куда-нибудь сюда впихнем. Красивенько, чтобы... Ой, музыка какая классная, прям не могу. А, вот сделаем такую праздничную. И в цвет какой-нибудь. Вот так давайте. Все. Вот так сделаем, чтобы было не так сливалось. Все. Давай ты сделаешь пирог. Ну, делай, делай, делай. Алексу пирог. Очень срочно нужно. Она взяла тарелку с чем? С йогуртом. Ну, прекрасно вообще. Свадьба у нас просто шик. Пирог нам нужен. Быстро, быстро делай. Простите за такую свадьбу, но надеюсь, вас это порадовало хоть капельку. Никогда, походу, ни у кого такой свадьбы не было шикарной, как у меня.
Нет, у Кейтлин и у Майка была свадьба шикарная. Но что сейчас произошло? Я даже не знаю. Куда она его поставит? Так. Отлично, теперь это можно убрать. Нам это, в принципе, не нужно. Так, теперь давайте сделаем столики. Вот так тут будет пирог стоять. Здесь мы сделаем столы, чтобы наши персонажи смогли его покушать. Сделаем такие... Можно делать обычные белые стулья, вот такие вот. Так. А, здесь нельзя, да? Сейчас мы сделаем. Так. И можно будет. Все, отлично. Вот так и вот так. А, теперь нам нужно пирог поставить-то, ё-моё. Так, все. Кстати, можно здесь как бы дискотеку такую небольшую. А, взять цветомузыку поставить, почему бы и нет. Освещение. Вот здесь, по-моему, оно должно находиться. Такс. Нет, 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 нет. Так, значит, в увлечениях. Увлечения и навыки. Тут, наверное. Скажите, что не здесь, пожалуйста. Где танцпол, в принципе. Должно это находиться. Будка диджея есть. Будка диджея есть. А вот с этой музыки что-то я не найду. Это просто этим. А нам нужно именно... Ладно, давайте сделаем сортировку. Так, показать все. Сортировка по дополнению. Наборы. Веселимся вместе. Отлично, все. Так, теперь нужно найти эту... С этой музыку. Где она у нас находится, я не знаю. Так, может быть здесь? Вот, вот, да. Поставим здесь. Так, все. Отлично. Так, давай ты поставишь фигурки. Ой, он счастлив. Ну, главное, что он счастлив. А, давайте поставим фигурки, свадебные фигурки. Поставь свадебные фигурки. Все отлично. Вроде поставила. Почему-то я их не вижу. А, вот. А, так, взять кусочек вместе. А, вот. Разрезать свадебный торт. Показать танцевальное движение. Потом покажет танцевальное движение. Разрезайте свадебный торт. А ты, кстати, делай напитки. Делай напитки. Сделать напиток. Так, сделать напиток. Для всех. Давайте сделаем какой-нибудь такой прям крутой. О, давайте газированный фруктовый напиток. Делай. Где Кэнди? Куда она ушла? Вот будет весело, если она ушла из... А, вот она стоит, фух. Я ж перепугался. Кушайте тортик. И давай ты будешь у нас диджеем сегодня. Я хочу, чтобы ты у нас был диджеем. А, ты не можешь быть диджеем? Ну ладно. Жалко, ну ладно. Так, давайте поп-музыка. А, панель управления, громкость. Громко. Давайте танцевать вместе. Танцевать вместе, чтобы все нас танцевали. Так, а куда она, кстати, поставила напитки? Она их сделала, надеюсь. Все, зажигаем, зажигаем. Кстати, кто это? А... Уиллирик Фауст. Хм. Ну, прикольно. Так, давайте сделаем скриншот. Просто, знаете, просто дискач. Что я могу еще сказать? Ну, серьезно. Вечеринка просто божественная у нас получилась. Печально, конечно, но хотя бы так, чем никак. Я не пойму, куда напитки она поставила. Ну, тут Белла ест пирог. Так, кстати, можно его положить в багаж? Нет, она не может его поставить в багаж, потому что это как бы, типа, отсюда. Сделать напиток. Напитки для всех.
Сделай какой-нибудь другой. Вот такой. Я хочу, чтобы ты селфи с ней сделал. Так, развлечение. Сфотографироваться с Кэнди. Кэнди, Кэнди, Кэнди. Ну, давай. Ну, харе, давай. Иди сфотографируйся, пожалуйста. Чё ж такой грустный стоишь? Ну, ты же веселый. У тебя свадьба сегодня. Конечно, косякнули немножко, но... Ничего, нормально. Вот это лицо просто шикарное. Что я могу сказать еще? Так. Пару на всякий случай сделать. Все. Отлично. Что ты делаешь напитки? Кстати, вот теперь можно предложить ей переехать в дом? Меня это до сих пор беспокоит. Отправиться куда-нибудь нет. Романтика. Нет, походу нельзя. Что за бред? Другие персонажи. Показать наряд. Я не пойму, или я что-то не так делаю, простите. Я знаете, то, что есть, через город можно отправить. То есть переправить персонажа. Ну, а что действием никак нельзя? Если нет, то это просто пипец какой трешак. Что я могу еще сказать? О, бутылку разбила. Все, с тебя бутылка. Ну, выпить вот. Чего не пьют? Я же сделал напитки. Странно вообще. Вот так вот всегда, видите, зависло и все. Хотя он все со стаканами он сидят. И не засчитывается. Я люблю такое, когда не засчитывается. О, Кассандра, Кассандра, смотрите, как зажигает, зажигает, зажигает. Ну, знаете, знаете что? А, в какой-то степени я даже рад, что у нас прошла именно так свадьба, потому что все-таки они молодежь, и они непредсказуемые, то есть они... И то есть дополнение такое, веселимся вместе. То есть... Все пошло прям как трешак какой-то, как-то, не знаю, как это объяснить, но надеюсь вы... О, все, прошло это здание. Надеюсь, вы меня поняли как. Есть, 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 есть. О, есть. А мы успеем, мы успеем? Так, вот так, 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 так. Из холодильника. Блин, посрать, пусть тут уже холодильник стоит. Так, давай. Подать ужин, быстро перекусить. Йогурт. Так. Открыть йогурт. Лэнси. Странно. Быстро перекусить йогурт. Что-то там испугать. Не надо там никого пугать. Давай, кушай. Пусть считается эта миссия. Господи, прости. Иди в туалет. Все, засчиталось. Можно теперь убрать, надеюсь. Надеюсь, можно теперь убрать. Да, все, у нас золото. Отлично. Хотя бы на золото. Да, мы это сделали. Мы сделали это на золото. Божечки, я рад. Вот свадьбу легко сделать на золото. Давай, иди в туалет. Бегом, 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 бегом в туалет. Ты подождешь. Жди, 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 жди. Почему они все... А, наша... Смотрите, видите? Подруги, блин. Только почему-то она разговаривает с зеркалом. А Белла стоит на нее смотрит. Ну, шикарно, чё. Ну, куда ты зашел? Ну, я же сказал, нельзя. Женитьба, поздравляем с женитьбой. А, хотите начать жить вместе? Да, окей. А, вот как. А, то есть это получается надо... Вот так вот. И что это? Вот так тогда придется нам сделать. Да. Будет им... Будет так. Продать участок с мебелью. Если семья перемещает все... Знаешь, все лишние вещи, и семья будет... Вообще на новую семью.
продавать, не продавать. Ладно, не будем продавать. Все, с нами теперь будет жить еще и... Юки ее зовут, да? Юки Берн. А, я теперь понимаю, почему... Кстати, почему наши персонажи здесь? Так, сюда, сюда. Я теперь понимаю, почему наши персонажи... не могли, короче, не могла Кэнди переехать в наш дом, потому что Юки бы осталась одна, а она, молодой персонаж, оказывается. То есть, подросток, да, не молодой. Она скрытый рыцарь и аванархисты. Ого, даже так. Что это такое? Бродить по лабиринту им нравится. Даже он здесь нифига себе. А, ой, так, а другой клуб? Это у них что? Делать домашнее задание, писать, читать, играть в видеоигры и пить кофе. Ой, вообще шикарно. Господи, сходи ты в туалет, да ё-моё. Иди, ходи в туалет уже. Бегом. Так. Давай ты спать не будешь, давай ты... зачать ребенка хочу. Хочу зачать ребенка. Так, давай. Давай. Ну. Ой-ой-ой-ой. Так, Юки, встать. Сесть. Я, конечно, понимаю то, что я ее выгоняю, но прости. Сейчас я, короче, сделаю ей местечко. И будет все офигенно. Да. Все. Да, у вас будет бурная ночь. Ночь. Первая брачная ночь. Господи! Юки, ты куда зашла-то, ё-моё? Ну тебе не стыдно? Ай-яй-яй-яй-яй, Юки ты. Юки жопа крюки, хочу сказать. Так, давайте сделаем скриншотик. Так, все. Сделали пару скриншотов и достаточно. Все, у них прям там шикарно все. Давай, иди в чулан. Она плачет. Мне жалко ее. Она может спать с ней? А, нет, не может. Я знаю, что мы сделаем. Чтобы было все нормально, так. Вас будет вот так вот. То есть, прости, Лэнси, но... Будет у вас пока что так. Потом сделаем большой вам домик. И у вас будет все шикарно. Так, где серая? Вот, кровать. Вот так вот. Все. Спать. И ты спать. Вот так вот. Ну все, думаю, в принципе, если вам понравилась эта серия, то ставьте палец вверх. Я буду очень рад. А, да, получилось, конечно, немного странно. Не так хотелось, чтобы она получилась. Но что получилось, то получилось. Так что вот так вот. Да, конечно, печально то, что у нас теперь живет с нами Юки. Но почему? Что поделать? Ребенка не кинешь. Так что теперь она будет жить в комнате с Лэнси. Она будет лучшая подруга, короче, ее тоже, как и Кэнди. И да, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу ВКонтакте, где я пишу все свои новости и оповещаю о том, что вышла новая серия на канале. И да, с вами был, как всегда, Джека Плей. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!